Ayşan, Telip Ayşan inanlara. Berşiya, 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 Le Ayşan'ı Berşiya. Berşiya, Berşiya, Le Ayşan'ı Berşiya. Назим, Назим, я вижу, что творится, что происходит. Назим, вы знаете, что сейчас нужно сделать? Среди ваших друзей, как вы говорите, находятся представители всех национальностей. Русские, казахи, уйгуры и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас здесь переживания. Все хотят, чтобы мы сегодня... Вот смотрите на женщин. Вот какая дисциплина. Как приятно, что наши женщины ждут, когда же будет традиционная хна. Давайте тогда подождем. Пусть мужчины, мужчинам что нужно? Сказать и повеселиться, да? Я думаю, что сейчас все мужчины поздравят, чтобы папа нашей невесты не переживал. А потом мы проведем, с вашего позволения, хна. Договорились? Спасибо, дорогие женщины. Зарина, я договорился с женщинами, все нормально. Поэтому вот сейчас у меня еще в практике такого не было. Вот, говорят, сказку и сократили. Дорогие друзья, зачитываю список друзей папы нашей очаровательной невесты. Да, в принципе, все, кто находится в этом зале, пускай все выходят, а я буду читать. Назим настолько молодой, энергичный папа, что сегодня у него такие же достойные друзья. И мне очень приятно, что сегодня вы дождались, не ушли здесь, в одной команде. Тем более, как мне сказали, друзья непростые. И друзья очень нужные, важные. И каждого из вас он хотел видеть на таком празднике. Назим, кто еще остался? Поднимайте всех, всех поднимайте. Потом микрофон отключают, все. Поэтому, друзья, но я немножко добавлю. Назим просил передать всем тем, кто сегодня находится здесь, огромное спасибо от него лично, своим верным, настоящим друзьям. Спасибо за то, что пришли, за то, что поддержали. Вы когда-нибудь видели, чтобы папа вот так ходил сам, папа невесты, каждого поднимал, каждого? Я первый раз такое вижу. Первый раз. Итак, дорогие друзья, Назим. Он уже приемы уже какие-то рукопашного боя. Через себя, на себе. Назим, пойдемте сюда. Вот он, смотрите, давайте поаплодируем. Самый счастливый отец. Знаете, я, судя сегодня по папе жениха, понял одну вещь. Говорят, нужно жениться вовремя, детей тоже рожать вовремя. На самом деле, чем раньше, тем лучше. Посмотрите, какой он молодой и какие молодые у него друзья на этой свадьбе. Аплодисменты, браво, браво. Назим, все, я передаю микрофон. Никто не имеет права остановить, никто не имеет права перебить. Говорят, друзья, дослар, буйрун. Назим, тойыңыз құтты болсын, Құда қаласында жастар бақытты болсын. Поздравляю всем, что такой той. Салам алейкум все. Назим, поздравляю тебя с таким знаменательным днем. Пусть дочка растет на радость, пусть живет счастливо, ничем не нуждается, брат. Пусть любят друга, не обижают, не огорчают, самое главное. Ты также оставайся таким же Назимом. Назим, поздравляю. Счастья, здоровья и молодежи.
Назим, поздравляю нашу племянницу с таким днем. Желаю, чтобы в их доме никогда не было трех машин. Полицейская, пожарная и скорая, брат. А также я хочу поздравить от Музафара, нашего брата, которого в данный момент не находится здесь. Он передает наши поздравления свои. Желает любви и крепкого здоровья своей племяннице. Ассаламу алейкум, Назим, досым. Тойын құтты болсын, жастар бақытты болсын. Назим, поздравляю тебя. Молодым желаю счастья, любви, благополучия. Всего самого наилучшего. От души. Назим, поздравляю тебя от души, брат. Спасибо, что пригласил. Да, Аллах, чтобы у тебя были внуки побыстрее. Супругу поздравляю от души. Назим, брат, ты для меня даже жизнь базо. Назим, я хочу пожелать твоим родителям, да, что они создали такое существо, как ты, да, и ты создал дочку такую красавицу, да, и хочу я пожелать ей в этой жизни, да, чтобы у нее в жизни было все то, что у тебя было, да? И самое главное в этой жизни, да, чтобы самое главное зять попался достойный. Я думаю, дядя Рашид этого не даст, чтобы плохим он не был, да? Он чтобы процветал и всегда был на статусе у тебя, брат. Вот самое главное, я хочу этого тебе пожелать. Дай Аллах им здоровья и счастья, и твоим близким. Саул, брат, красиво сказал. Бро, поздравляю тебя с таким днем. Желаю нашей племяннице, самое главное, это женского счастья, здоровья в семье, чтобы самое главное уважали старших, остальное все у них будет. Внуков побольше, бро. Обнимаем, любим, целуем тебя. Назим, поздравляю тебя, брат. Желаю тебе побольше внуков. Молодым желаю счастья, здоровья, любви. Назим, брат, от души поздравляю, брат. Очень рад, что вот эту радость делим вместе сегодня, ну, на торжестве. Молодым желаю счастья, здоровья, крепкого. Чтобы они всю жизнь, брат, только тебя радовали. От души, брат. Назим, бауру, казану, взатую, кто вас? Денсаулыкты болсын, бақытты болсын, немере сүйісін саған. Бақытты болсын, бәрі жақсы, жақсы болсын. Назма, брат, поздравляю тебя, нашу дочку, всего самого хорошего и счастья. Тебя, твоих родителей, Мадину, дядь Салима, дядь Мамеда, чтобы все хорошо было. Твоей дочке желаю, чтобы на самом деле все у него по жизни было красиво, ровно, счастья, любви, здоровья. Поздравляю. Назим, я тебя поздравляю, брат. Алла, ваша боя чуварцы. Алла, перейтинки, арвахы, гюзаля, брат. Гюннарда, бирбюзы горах, брат. Счастья, здоровья твоим детям, брат. Пусть всегда все будет хорошо. Саул, все зверян, тамада, Саул. Музыканты, Саул, вам тоже. Если бы не вы, здесь не было веселья. В первую очередь поздравляю дядь Мамед вас, дядь Салима, вот дядя Рашид вас. Назим, тебя, ваших половинок вторых. Дай Аллах, чтобы молодые были счастливы и вас радовали. Назим, а ты у нас красавец, что всегда таким оставайся, достойный парень. Ильяс, тебе тоже рахмет большой за твою работу. Да. Назим, Мадина, поздравляю вас с таким замечательным днем. Замечательным. Чтобы я хочу, чтобы твоя дочка, уходя в другой дом, чтобы к ней относились тоже как к дочке, чтобы там знали, что это тоже дочка, с любовью относились, с пониманием, чтобы она там чувствовала себя как дома, любви ей, взаимопонимания, отношения твоим родителям, тещу, тестю тоже здоровье, чтобы в радости все это было, все, чтобы было взаимопониманием, чтобы дочка
как бы, как правильно говорят, чтобы дочку отпускали, нет-нет, отчий дом. Да, чтобы с тестем тоже затягивались, ой, с зятьком затягивались. Поэтому, брат, всех благ дочке твоей. Давай, брат. Гёзен айдын олсун, брат. Гюлькин огонсын сен, братан. Желаю здоровья, здоровья, еще раз здоровья вам. Уважение, чтобы твои глаза всегда радостью светились. Чтобы ты окружающим радость и подарил, братская. Поздравляем тебя еще раз. Сауму, сөз берен сауыз. Назим, тойым хайырлы болсын. Әр вақыт белейлі ұқтол, брат. Даже не верится, вроде тут раз твоя сегодня уже детей замуж отдаем жене. Алла, әр вақыт қапинде елі болсын. Всегда был и пусть будет, братан, елі ұқла. Сауым. Назим, Мадина, поздравляю вас. Дай Аллах вам побольше. Ваша дочка счастья. Побольше внуков вам. Бро, я тебе, брат, поздравляю тебя, Мадину, родителей ваших в первую очередь, что они выдают сегодня свою внучку, дожили до этих дней, выдают внучку замуж. Вас поздравляю, молодых родителей. Брат, ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Ты, можно сказать, везде заменяешь мне старшего брата. Мой родной, я желаю твоей дочери, моей племяннице, это не просто сказано, это говорю как есть, моей племяннице, я желаю, чтобы она зашла в новый дом не как сноха, а как дочка. Я от всего сердца, от своей всей семьи желаю ей искренне женского счастья. Пусть наша дочь, племянница будет счастлива. Присоединяюсь ко всем сказанным словам. Да Аллах, чтоб все сбылось. И все поздравляют Назима, как будто Назим замуж вышел. Я хочу поздравить молодых. Дай Аллах им крепкого здоровья, семейного благополучия, детишек побольше. А Назим, чтоб помогал финансово, да, и морально поддерживал. А то Назим, Назим. Я уже думал, опять. Года летят, вроде недавно сам Назим женился, ну, почти там рядом, я помню, уже дочка. Ты уже два шага и дед, а дед. Так что, братан, давай, дай Аллах всего самого наилучшего тебе, поздравляю. Назим, все души поздравляю тебя, твою супругу с этим прекрасным днем, что вы соединили молодых, что вы дали им путевку в жизнь. Я хочу, чтобы у молодых, у вашей дочери, у вашего зятя, чтобы жизнь была такой же прекрасно яркой, как сегодняшней той. Чтобы она проходила в окружении вот таких близких тебе людей, близких им людей, родных, друзей, людей, которые желают счастья, говорят такие прекрасные слова, делят эту радость с тобой, с твоей семьей. Что сказать? Я хочу, чтобы, какие вы достойные люди, чтобы ваши дети были такими же прекрасными. От всей души поздравляю. Назилка, сам Вердин, я вот, дедушка, дедушка. Иншаллах, скоро и ты будешь дедушкой, брат. Дай Аллах, чтобы они жили счастливо, долго, в любви, взаимопонимании. Дай Аллах здоровья родителям твоим, что воспитали, подняли такого мудрого, как ты, Назёка. С тобой мы по жизни еще не шала, далеко-далеко пойдем. Но чтобы ты на свадьбе внуков, правнуков уносился по полной. Всем здесь находящим добра желаю, здоровья. Всем таким друзьям, пусть они у тебя всегда будут. Назим, хочу поздравить. Родители, в первую очередь, что они видят этот красивый такой день, увидеть, как внучка выходит замуж, это гордость, что вы воспитали такую дочь. Я смотрю на Мадину и на тебя, и думаю, вы в каком-то магазине взяли этого ребенка. Да, сами молодые, красивые, и дочь уже. Скоро вы будете старше,
дедушкой, бабушкой, а родители будут прадедушкой и прабабушкой. Сын гёздерниз хэп айдынлар ичинде олсун. Поздравляю вас. Я присоединяюсь к своим сказанным словам. Назим, счастья, здоровья, семейного благополучия, брат мой. Так, еще, пожалуйста. Можете не прятаться, да, потому что он все видит. Назим, поздравляю тебя, брат, от души. Пусть она будет достойной твоей фамилии и фамилии той семьи, в которую она входит. Счастья им. Так, кто еще? Пожалуйста. Назим, Мадина, поздравляю вас. Я рад, что наша племянница приобрела новую семью. Всего хорошего. Дай Аллах им здоровья. И вам тоже. Спасибо. Так, ну что, все сказали? Ну что ж, дорогие друзья. Запоет душа.
sana var olsun. Buyurun bayra, atçana kardeşler. Madonna, Zulçin ad vakti yarabine bırakın. Madonna, Madonna, Madonna. Madonna, Madonna, Tbilisi. Beş bölümde ne şahşı zeriye. Az hayrana beş dubala deryare. Madonna, Madonna, Madonna. Madonna, Madonna, Tbilisi. Beş bölümde ne çevreşi zeriye. Az hayrana beş dubala şirine. Thank you.
Спасибо, Тяша Чуледрям. Вот это, друзья, молодцы, друзья. Ну, как говорится, Зарина, приятно мужчинам, а женщины уже заждались. Передаю слово тебе. Дорогие друзья, ребятли, конахлар, дарли мусаферлер, инди бирже ричам вар сизлере херкезе. Чок тешекюрлерми билдирмей истедим önceden. Herkes öz güzel yerlerine yerleşsin. Kına vakti geldi. Kına yaktı, zamanı geldi. Bugün kına vaktidir. Güzel seviyle gelin bacımızın kına yaktıdır. Her şeyi koyup bir yana, esen sonu. Allah-u Teala seni hayırlı bek versin güzel gelin. Geldi oğlan konçası, içinde de kınası. Beşir boyunlu puhunlu, seviyle sular sonası. Sular sonasına bir güzel alkışlar gelsin ay hanımlar. Я так люблю, когда наши мамы, наши бабушки, bizim analar, hepsi bir yerde oturuyorlar. Gelbinde, yüreğinde güzel hayır dualar diyorlar. Bu çok önemli gündür bizim gelinimiz için. Allah-u Teala gelinimizin bahtını açtı. Bahtinde de peşinde de bir güzel boyunlu puhunlu oğlan düştü. Beşir oğlan, oğlanla, oğlanla bir yerde ikisi bizde diyelere, ikisi bir yastıkta kocalsınlar. Yastık kocalsın, bunlar hiçbir vakti yaşlanmasınlar. Oğullu kızlı olsunlar. Amin diyersiniz. Ben her bir dilekten sonra hayışım var. Hamı ben bir dilek diyelim, siz amin diyersiniz. Oğullu kızlı olsunlar. Evli eşili olsunlar. İtli pişili olsunlar. Kaslı ördeli olsunlar. Yanlı yöreği beşili olsun inşallah, inşallah. Çok sağ olun. Hamıya da yazı kısmet olsun. Aziz dostlar, под личиной красивой золотого платья, нежного стана, ты явилась к нам, невеста. Пусть счастье будет таким же ярким. Ты сегодня самая яркая звезда на этом небосводе. Пусть счастье будет таким же ярким и красивым. А кто самая счастливая мама? Конечно, мама и жениха, и невесты. Билерам Мадина бачим. Кальбинде бирез үзүлтү бар. Үзүлмө, гүзел ана. Sen de kendi vaktinde güzel gelin oldu. Baba ocağını koyup gittin kendine, güzel ocak kurdun. Böyle kızlı kızı dünyaya getirdin. Oğul getirdin bu dünyaya. Göçe yana oldun. İnşallah bir yıldan sonra gelen bu vakti bir göçe nene olasın inşallah. Gün o gün olsun evinizde. Evinizde sizin yok düngürlerin evinde körpe sesi seslensin. Kaynana. Hatun bacı, hatun bacı, gözünüz aydın olsun, can. Kaynananın yanında bir oynamak isterim. Gel, 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 can. Benimle bir yerde oyna. Diline kurban kaynana, bal süzülür sözüne. Diline kurban kaynana, bal süzülür sözüne. Самая счастливая мама жениха сегодня — это наша Кайнана. Но я, в свою очередь, не могу не пригласить эту прекрасную девушку, молодую, красивую женщину, маму невесты. Давайте обратим. Пиздядер, пермяселя вардир. Она сына бах, кызына ал. Эле да, гюльмю, кызлар? Машалла, машалла. Гелен бу заман, иншаллах, Аллаху Таала, сизин гюзел кызынызы да бахтлы этсин. Иншаллах, чочуклы олсун. Эвли Шилёсон, гюзель аналар, Мадиночка, я не хочу, чтобы ваше сердце хотя бы коснулось печаль. Печаль может быть от того, что я понимаю, что ваша дочь, которая единственная... Мадиночка мне как-то сказала, ты знаешь, Зарин, я ее родила в 16 лет, для меня она была не дочкой, а как будто сестренка. Мы вместе выросли, потому что, сами понимаете, в 16 лет мы еще дети. И когда они вместе выросли, и сейчас между ними... Необъяснимая вот эта нить, связь,
которая связывает не только их как мать и дочь, но и как сестер. Это близкие, духовные друг другу люди, мать и дочь. Ах, сүтінлі бәсләдін, қондақларда бәләдін, мұтылуқлар діләдін, қызым бүгін гәлін олды, қызым бүгін елін олды. Ағлама, гүзәл ана, ағлама. Иншалла, қызын кедіп, кәндіне гүзәл мұтылу, Ocaq qurub, ən mutlu gəlinlərdən, qızlardan ola bilir. Gözəl andalar, sizə təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Bugün iki düngürlük arasına köprüyü salan gəlin bacımızın üzündən ikiniz bir yerdə öpəvələrsiniz. Buyurun, вместе. Давайте его несун поцелуйте, обнимите свою дочку. По наши бурные аплодисменты, какое счастье. Браво. Әдетimiz var, yengeler. Nerededir, yengeler? Севиля, Енге привезла для тебя хну. Хочет достойную супругу, Баширу нашему. Ты же в этих золотых одеяниях вышла навстречу ему. Пусть счастье будет таким же ярким, как твой праздничный день. Енге бачилер, ярдым этинлер. Принесите, пожалуйста, стул. Фотосессию мы оставим чуть на потом. Алла разолсун. Кайнанам дир, сен меним кайнанам, йоханам сан. Аяна, хатуна бач, сен эле качып кетме. Мен сенден просто так отставать елемерем. Беле гел, гел, беле, гюзел ана. О, гетердейн алтынлар вар а? Аллах хейр елесин. Ама бир алтын отдельни сен гетермелейдин. Отдельни. Гелинин элине хынасы оланда үстіне койорсан. Аллах хейр елесин. Аллах утала сенин балларыны иншалла эн мутлу инсанлардан этсин. Аллах хейр елесин. Итак, йок, аналарымызын кабак карышына. Йок, 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 нет. Так, чтобы наши мамы могли видеть, наши сестры могли видеть. Кишинер затыда бахмирелель. Мужикам, по-моему, дела нет. Настя, тамам, он ларады урметедей, отурсун, олду, бачи. Енге права, я не буду с ней спорить. Чок саволун, бир гюзель, нага васы гельсин. Третий трек, пожалуйста. Кайнанан гетерип сенин ичин хна, бер безек. Следующий трек. Юксек, юксек. Yüksek yüksek tepelere dir. Kızlar, subay kızlar, buyurun gelin, utanmak yoktur. Можно yüksek yüksek direkt, пожалуйста. Her dövreye alsın, ele hına yakılsın. Honçasını aynaltmağa, hınasını aynaltmağa. Güzel kızlar yığılsın, kızlarımız yığıldı. Bir güzel gene bir adetimiz var. Yenge bacılar, buyurun. Pirinci getiriz, pirinci getiriz. Bu dağların üzünde, Çeyran otlar düzünde Sevile ve bacımızla Başır kardeşimizin Mutluluk yuva yüzünde Включите свет, пожалуйста. Есть один прекрасный обычай. Я думаю, что это уже международный обычай. Раньше у турецкого курдского народа был обычай Гелин гелиркен Элинде пиринджи гетирирди беле Пиринджи сапе сапе гетерирди. Есть такой старый обычай. То есть она рассыпала рис перед собой. Сейчас нам жалко. Рис это тоже признак бараката, богатства, изобилия. Рассыпать его здесь на пол. Поэтому мы сделаем так. Девочки, на четыре стороны. Пусть каждая из вас сделает сердцу дуа. Herkes öz gelbinde, yüreğinde bir güzel dualar desin. Gelbimde biter çiçek. Yüreğimde güller, adına kurban olum Sevilla, adına Göçey. Göçey gelin bacımızın Allah-u Teala ahırını hayırlı etsin. Hayırlı zürriyet, hayırlı evlat, hayırlı bereket gelsin evine. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Allah hayırlı bəxt versin, aplodismentlar biz. Her bir kıza da, я хочу каждой из вышедших девушек сюда, Каждая из вас выслает с ниетом, правильно, в сердце? Алла сянинда бахтынашын. Ну, как минимум через 4 года. Ты еще маленькая. Алла сянинда бахтынашын. Йох. Сидинда Аллах бахтызашын, как минимум через 10 лет. Хорошо? Сейчас, кызлар, не задумывайтесь об этом. Да. Кызлар, Алла сизда хайрли бахт версин, иншалла. Субай кызларымыза бүтін, субай кызларымыза кысмет нәсіп болсун. Кызлар. На ночь под подушку горсть риса положите, загадайте желание, и говорят, что во сне вы увидите своего суженого ряженого. Претензии, если не увидите,
Претензии мне в Инстаграм не пишите. Кому? Белоре? Белоре тоже дам. Держи, Белора. Алла Синдаха и Рлебях Трезачта. Держи, Камила. Так. Чох, Саулон, Казлар. Всем огромное спасибо. Остаток риса. Хатумба, Джигеляля, Бурия. Где наша Кайнана? Сен меним кайнанам йоханам сан. Сен меним кайнанам йоханам сан. Бах, гелимзеле бахарсан ки, хатумба, Джи. Вот сене кочан неже сахлиб, сенде гелин неле сахлиярсан. Машалла, машалла, гюрдюз ми? Бир тек огланын анасыды. Бир тек Аллутала сенен огулну боя баша чаттырсан, иншалла. Гелимизде гелин еринде йох, кыз еринде сахлия. Аллах разы олсун. Бунда сене верерим ки, дирем ки, буну бир хэфтеден сора, тойдан сора яхшы. Тоя мэни чагырмады, неле де олсун. Мэн кюстенлерден дюлэм, валла. Эш кюсмэрэм. Йо, ничего, шака яптым, яру шутка ядырым. Этот, Хатумбачин. Buna 1-2 kilo koşarsan inşallah, düngürleri dəvət edersen, görürsen, onlar da sen dürmətini görsün. Allah razı olsun, поаплодируем этой красивой, голубоглазой, приятной женщине. Сегодня в лице Севильи она брала, обрела себе еще одну дочку. Вы знаете, брак случается еще более счастливым, наверное, в том случае, когда муж и жена похожи. Но когда случай, когда свекровь похожа со снохой, это особенный. Поэтому обратите внимание, как будто она ее биологическая мама. Аплодисменты! Кедаля гербала ларина бирьерда. Обними своих детей, поцелуй. Это такая радость. Ну, такое счастье. Давайте поаплодируем этой прекрасной женщине. Ну что ж, гелимизин алина кнасны яхтых. Гюзель мадина баджимыз аглаттых. Кайнанамызы севиндирдых. Аллах херкезин эвинде биле гюзель шадлух гюллер хейр нәсіп етсен. Бир гюзель хына яхты махнысы сәсләнсен. Кызлар чықсын ойнасын. Бүгін хына вақтыдыр, гәлін ахына яхтыдыр. Бүгін хына вақтыдыр, гәлін ахына яхтыдыр. Хәр шир бұл дүняна, семін ойна кайнана. Хәр шир бұл дүняна, семін ойна кайнана. Dedim sen sana, bacılar bansın sana. Altın dur azı vurdu, dekmesin azar sana. Canım sen! Azı vurdu, dekmesin azar sana. Bugün kına vaktidir, gelin akına yaktıdır. Bugün kına vaktidir, gelin akına yaktıdır. Her şey bu bir yana, senin oyna kaynana. Her şey bu bir yana, senin oyna kaynana. Altın kemer bağlamış, beline o bağlamış. Altın kemer bağlamış, beline o bağlamış. Ne güzel yakışmış ya, şansında huzurlara. Ne güzel yakışmış ya, şansında o. Bir gün kına baktıdır, gelin akına yaktıdır.
Rashida, wala dunya hatu shabi ma, hur hur lekar gumbendi, wala hukam wala babi ma, har shar hela dengi, wala dunya hatu shabi ma. Jan Jan Zakaria, Vishnu Male Meshia, Haide Haide, Vishnu Male Meshia, Jan Male Zakaria.
уважаемые гости, мы приглашаем всех. Я попрошу сейчас лучших музыкантов в мире. В мире, в ночном мире. Не только в Каскелене, не только здесь, в ресторане «Багар», но и во всех просторах, где только выступают эти замечательные ребята. Вы знаете, ни одна свадьба не проходит без вот этого музыкального подарка, который вы сейчас исполните. Общий, большой, дружный танец, как принято говорить его, танец мира. Поэтому мы сейчас танцуем, а потом продолжим. Дорогие друзья, я сразу же хочу сказать, вот бабушки у нас есть, Ханамлар, да, наши. Может быть, дадим им все-таки слово, а потом уже общее, да, пока музыканты готовят. Кстати, и первый раз в истории я слышу пожелание, чтобы музыканты тоже танцевали. А что, только петь пришли, что ли? Да, только... Если мы затанцуем, надо уже... Подождите, а у меня такой вопрос. Если они будут танцевать, кто играть будет? Обалдеть, я шучу. Дорогие наши, вот этот прекрасный стол, как мне сказали, да? Я не ошибаюсь, именно этот стол, я не ошибаюсь, Мадина, этот стол. Дорогие друзья, за этим столом сидят очаровательные, милые женщины. Я уверен, что они хотят что-то сказать. Я уверен, у них есть что сказать, поэтому давайте берем бойрон. Могут выходить те, кто желают сказать. На месте, конечно. Микрофон отвязанный, пожалуйста. Чем дядя, пожалуйста, кому? Кезельнер, буйрун, микрофон передавать дядям. Игорь, сейчас. Бүгін һәр бир дөньяның бир бөлгесе. Сен алдан келдин. Мен Хынада гыдым, Хына бердим, һә. Бүгін бүгінгі гөзәл мәҗлисә дөньяның һәр бир бөлгесеннән гәлән мисафирләребез сау булсынлар, Алла разы булсын. Багыз, бүгін Крымнан, Русиядан, Украинадан Amerika'dan da güzel hanım gelipti. İsrail'den. Amerika'dan da, İsrail'den de. Bütün dünya her bir tarafından, her bir vuruşundan gelipler. Aziz dostlar, bu sofranın kabağında oturan güzel analarımızın canı sağ olsun. Analarımızdan Allah Teala razı olsun. İzin istiyorum sizden hürmetli ana bacılar. İzin veririz bizim güzel göçe analarımız da öz hayır duasını desinler. Hala gözünüz aydın olsun, toyuz hayırlı olsun. Buyuruz. Hala siz, Nasya, Nasya. Babuşka, sen mi varsın? Nenesi. Büyük nenesi. Yok sen. Nenesinin hayır, ay hala bakın hele. Bu güzel anamızın adı nedir? Siz. Ben sizi ögredim. Ne ögredim hala? Allah senin yaşına yaş koşsun. Ne diyeyim? Ben de isterim ki Allah arzudan Allah'tan bir arzum var ki isterim ki Allah sana can sağlık versin. Sağlığın içinde de sen bir güzel hayır dua diyesin. Senin vaktine ne derdiler? Hele buyur. Oğlu kızı olsun, evli olsun, hep toylar olsun. Ay maşallah. Allah razı olsun anamızdan. Yanımızda yine bir güzel hanım oturuyor. Size de söz vermeyi istedim. Yok. Elinizi böyle kamera bakır size. Güzel hanım. Пожалуйста. Ваше поздравление, пожелание. Прежде всего, большое спасибо родителям. Такого сына вырастили. Такую дочку. Такое воспитание дали. Красоту. Все есть. Есть фундамент, есть воспитание. Культура вложена в детей. Дай Бог здоровья молодым родителям, бабушкам, дедушкам. Скоро бабушки, дедушки будут прадедушками. И это здорово! Спасибо. Где же ваши бурные алкашлар, девочки? Ну не скупитесь на аплодисменты. Хлопаем, хлопаем. От этого становится наоборот прохладнее. Америкадан гелен. Misafirlerimiz de sağ olsun. Kabakta anamız oturuyor. Allah can sağlık versin. Vallahi öyle güzel oturuyorum ki. Сижу так хорошо. Ay hala. Kızlar, можно я пройду? Извиняюсь. Hala. Toyun berek olsun. Gözünüz aydın olsun. Buyurun. Allah
Мадина, тойын хейрли олсун. Алла, ой, ки чичаги баша боя чыгарсын. Ахыры хейр олсун, оғылы кызлы олсун. Онлар да бізді кімі ана баба олып той дүгінде олсун. Бұра гелан жамаат сақ олсун, хамеша той дүгінде болуну. Хамеша тойда, хамеша тойда. Цок сау, сағлам олын. Буйрун, буйрун. Да, я могу просто оставить Заринин микрофон вам. Говорите. Мадина, я поздравляю тебя. Ты выдаешь свою дочку замуж. И вот вспомнила, моя сестра, твоя бабушка, тебя очень любила. Если бы сегодня она-то видела, как ты выдаешь свою дочку замуж, она была бы счастливая. Поэтому я поздравляю тебя. Я хочу, чтобы твоя дочка была счастливая так же, как ты. Что у нее были дети, родители всегда рядом, свекр, свекровка были рядом. Я желаю счастья Чайке, Мамеду, тебе, Мадина, на зиму, что твоя дочка была счастливая, родила 4 внуков, 4 внучек тебе. Счастье! Я так рада, что она свою пару нашла. Будь счастливая, Мадиночка, я люблю тебя. Передаю микрофон. Кто еще остался? Я, можно, Зарина занята, она раздает важное. Зарина, хорошая у тебя работа делать людьми счастливыми, особенно хна. Хну Зарина тоже сама изготавливает, сама выращивает, поэтому свой личный бизнес. Ну что ж, дорогие друзья, дорогие наши женщины, вот мужчины, вот никогда я еще так не обращался так близко. Вы знаете, я, наверное, давно уже не был на вечерах-проводах невесты. Это все из-за нашей очаровательной Зарины Ханым. Она все это у нас отобрала и очень достойно проводит эти мероприятия. Но в целом я хочу сказать, что и давно я не видел таких счастливых, очаровательных женщин, которые сегодня до самой финальной минутки не расходятся, сидят, ждут, когда же появится сладкое угощение, то есть свадебный торт. А появится он после хны, теперь встаем и танцуем. Как вы это будете делать? С поднятыми руками. Желательно, конечно, показать всем, у кого есть хна на руках. Дорогие друзья, танцуют все наши музыканты. Общий, замечательный, традиционный танец. Мы приглашаем Дявет Эдерей, Азиз Гонахлар, Ханамлар. Джонни, Джонни. Всех, всех приглашаем. Джонни, Джонни. Барабинами. О, Рашид Мэлин Буйрун. Johnny, 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 Johnny.
eşim, yaramında can eşim,